В матче за бронзу сыграли в СГУТУ и БГУ. Студенты технологического университета одержали победу с минимальным перевесом 1-0. В финале сошлись команды «Дорожник» и «Ветераны». Футболисты «Дорожника» вели со счетом 2-0, однако «Ветераны» сумели сравнять счет. Игра достойная финала. Мы проигрывали, остались десятером, но проявили лучшие качества и смогли свести в ничью и по серии пенальти выиграли. Для дальнейшего развития футболисты пожелали организаторам турнира учитывать расписание и не проводить матчи с 10 утра. Игры может чуть попозже назначать, там, не знаю, с обеда, например. Все-таки в обед уже теплее. Угу. Я считаю, вот это вот основной шаг. Утром невозможно играть. Кроме того, нужно увеличивать число участников. Да, любителей надо привлекать, надо больше команд привлекать. Надо привлекать районы в первую очередь. В этом году вот по чемпионату республики всего одна команда из районов участвовала. Ну, хотелось бы, чтобы больше команд было. В этом зимнем мяче уже играли три новые команды. Это ГТРК «Бурятия», «ТВКОМ» и КПРФ. Дмитрий Гамбоев, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.